Вы помните, как я вчера пытался выразить одну идею, но она, как вы видите, не совсем так проста и не совсем логически хорошо, может быть, оформлена, чтобы оказалась подчас достаточной для кого-то. Речь идет о критерии истинности религии. Классификация религии может быть очень различной, ну, это естественно. Их классифицируют по разным типам, там, монотеистические, политеистические религии. Да. Религии языческие, религии богооткровенные. В данном случае я бы хотел вам предложить немножко другую классификацию, и именно по той причине, чтобы проиллюстрировать именно вот этот важный вопрос о критериях. Я бы назвал вот такие типы религии, сразу же вам их назову, и потом попытаюсь прокомментировать. Магический тип, юридический, предопределение и синергии, самоспасение. Вот еще какой тип. Это очень важный тип. Чем характеризуется каждый из них? Вот хочу показать, немножко поговорить об этом, с тем, чтобы мы могли иметь с вами такое представление более конкретное. Чем характеризуется магический тип религии? Тем, что в этих религиях, вот шаманские, вот эти религии шаманизма, вот каббала, если хотите, к этому относится, сюда можно отнести вот это движение имя славства или имя божничества даже. Чем характеризуется этот тип? Тем, что в нем Бог, как сам по себе, отодвигается на задний план или вообще исчезает из поля зрения. Этот тип религии обращает внимание на, главным образом, на существование определенной космической силы, если хотите, или сил, существующих в нашем мире. Основная идея этого типа заключается в том, что в самом человеке есть эти силы, и человек может, зная нечто, может научиться управлять этими силами или этой силой, это не важно, может повелевать этой силой, подчинить эту силу себе. Для этого нужно только иметь определенные знания. Причем эти знания различного порядка. Иногда, как мы это знаем на примере, допустим, наших колдунов хотя бы, эти знания касаются чего? Определенных слов, определенных действий, определенных подчас веществ, определенных знаков. Бердяев, например, определяет магию следующим образом. Магия есть господство над миром через познание необходимости и закономерности таинственных сил мира. Я почему в данном случае взял это определение? Оно мне понравилось. Это из его книжки «Самопознание». Потому что здесь он очень точно отразил основную идею. Значит, магия, во-первых, предполагает наличие этой силы. Причем неважно, какая она, Бог или не Бог. В конце более того, я скажу, фактически это не Бог.
что трудно к Богу относиться таким образом, чтобы рассматривать Его как то, что можно подчинить себе. Хотя это возможно. Такая вещь возможна. Я помню, читал однажды что-то, жизнеописание, по-моему, или воспоминание, уже боюсь сейчас сказать, Николая Рериха. Он, знаете, проходил через Гималаи и, в частности, описывает одну такую интересную картину, которую я наблюдал на Тибете. Как один тибетец, возмущенный тем, что божество, а у них башков много, так? Возмущенный тем, что он не получил просимого, взял этого башка в руки и начал его сечь кнутом, приговаривая: «Вот я тебя просил, а ты мне не сделал, и я сколько тебя просил, а ты ничего не сделал». И, в общем, наказал его. Причем наказал это, судя по всему, с полной уверенностью, что он не просто так совершил какое-то пустое действие и бил эту статуэтку, а в том, что он действительно наказал самого этого башка. Даже я к чему это говорю? Что магия может даже не ограничиваться просто признанием силы, таинственной силы, присущей в нашем мире, которой можем подчинить себе. Иногда эти силы она и как-то персонифицирует в виде каких-то богов, с которыми можно прийти в определенное общение и которых можно подчинить даже себе. Именно это характеризует магию как таковую. Все колдовство, все шаманство, все эти вещи, они на чем основаны? На знании вот тех слов, действий, вот этого ритуала, если даже хотите, определенного. Так, с помощью которого, овладевая этими таинственными силами, можно добиться чего? Вот это очень второй важный момент. Как только мы говорим о магии, то этим самым мы говорим о чем? Исключительно о земных целях. Вся магия имеет цели земные. Не случайно для нее Бог или отодвинут, или его вообще не существует. Для магического сознания. В этих религиях магических только земные цели. Ну, а колдунам зачем ходят? Ну, что, вы не знаете разве? Исцелиться от каких-то, может быть, болезней, от заговоров, самому на кого-то наслать что-то такое, приворожить, отворожить. Ну, чего только нет. Вот на что направлено. Исключительно земные ценности. Вот магический тип, он именно этим характеризуется. И, как видите, сюда входят не только все типы там колдовства, какие мы можем найти. Сюда входит вот эта иудейская каббала, то же самое, которая верит в то, что с помощью каких-то определенных букв, цифр, с помощью их сочетания и определенных действий можно достичь удивительных вещей, вплоть до того, что хоть летать по воздуху. Имя славства – то же самое, имя божничества. Вспомните, что пишет отец Павел Флоренский. Подумайте, Флоренский, наш священник, что только пишет. В том-то и беда, что мы вместо поклонения имени Иисусову стали поклоняться самому Иисусу. Беда. Видите, до чего дойти? Это просто поразительное даже, просто поразительное явление. Кажется, такой человек, и что пишет? Это издано. Издано. Вот можете прочитать это, эти вещи. В том-то и беда. Ну, и вы знаете, что вот это имя божническое движение, чем оно характеризуется, что в имени все, сказали вы имя, в имени все, весь Бог. Поэтому имя обладает самостоятельной силой, самой по себе. Видите, оказывается? Это как раз классический, если хотите, пример вот этого магического отношения к самому имени Христову, к имени Божьему. Ведь действительно, что такое имя Божие, имя Христово? Что оно есть?
Это не что иное, как словесная икона. Как мы к иконе относимся? С благоговением, конечно. Даже лобызаем ее, конечно. Но мы знаем, что это икона, а не Богоматерь. Это икона, а не Христос. Впрочем, вы же знаете, как мы относимся даже к фотографиям своих близких, любимых, там, родственников и так далее. Вы же знаете, мы же не можем бросить эту фотографию и потом и топтать ногами, и сказать, а не все ли равно? Мы же выражаем свое духовное отношение к тому, что изображено. И имя является точно такой же словесной иконой. И больше ничего. Вот так вот, видите, чем характеризуется этот магический, так сказать, тип религии. Здесь сразу же становится очевидным, во-первых, что? Что Бог для этого типа излишен. И фактически по этой причине уже вполне достаточно, чтобы не говорить об этих религиях как об истинной. Нет Бога. Что же остается от религии? Бог никто. Бог, по крайней мере, слуга, служанка. Отношение это фактически повторяет то, о чем говорит атеизм, вот, в частности, в советское время. Вы могли прочитать во многих и газетах, и изданиях литературы, когда основным лозунгом было «Мы подчиним себе природу, станем богами в этом мире». Подчиним. Подчинять, правда. Здесь говорили о научном подчинении природы. Здесь говорится о мистическом или оккультном подчинении природы. Какая разница? Цель одна и та же – стать богами в этом мире. Вот так. Вот чем характеризуется магический тип. Может быть, тут одно еще замечание сделать, которое имеет прямое отношение к данному вопросу. Это связано с пониманием христианских таинств. Чем отличаются христианские таинства от магических действий? Оказывается, самым серьезным образом. По учению святоотеческому, который, к сожалению, фактически игнорируется даже уже и православным сознанием, по святоотеческому учению, так, таинства совершаются не в силу совершенного действия. В католичестве, кстати, есть термин «ex opere operato», так, где в силу совершенного действия, то есть, если правильно совершается, священник в это верит. Нет. Таинство, то есть получение благодати данного таинства, возможно только при наличии искренней веры человека, веры в это таинство. И вот об этом, к сожалению, мы мало слышим. И обещание Богу исправиться. Исправиться. Что, Прокл, я у тебя украл? Говорю, ну, прости. Прости. Но никакого обещания исправиться у меня нет. То есть я буду продолжать и дальше. Сейчас ты меня простил, через час я у тебя еще украду. Обещание Богу, искреннее обещание. Вот только при наличии этой искренности обращения, тогда таинство, я бы сказал так, выражаясь математическим языком, пропорционально степени вот этой нашей решимости исправиться, и благодать Божия действует. Знаете, как вот в жутко затхлую комнату мы пустим воздуху, можем пустить воздух, соответственно, пропорционально тому, в какой степени будем открывать окошко. Чуть-чуть маленькую щелочку откроем, или больше, или совсем распахнем. Так и здесь тоже. Оказывается, действие благодати в таинствах зависит не от того, что мы правильно все совершили, правильно все произнесли, трижды окунули и трижды даже вынули. Да, не от этого. Это необходимо? Да, это нужно. Но это священное действие,
А дар благодати подает Господь в зависимости от состояния души человеческой. В магии все это не имеет значения. Вы идете к колдуну, вы просто ему там платите или что-нибудь делаете, и он делает. Он вас не спрашивает, не исповедует вас. Ваша душа ему абсолютно не нужна и не интересует. В христианских таинствах все наоборот. Если кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Ух, как грозно предупреждает апостол Павел. Ух, как грозно. Вот чем отличаются христианские таинства от магии. Это не магические действия. Поэтому мы видим у святых такие просто высказывания, которые для современного человека, для многих, звучат просто как ужасно. Если ты веруешь и крестишься, то тут же тебе подается Дух Святой. Зловерным и неверным и по крещении не дается. Это пишет преподобный Марк Подвижник. Вы подумайте. Я привожу часто эти слова, чтобы люди в конце концов поняли, что это не магия крещения. Или Кирилл Иерусалимский, я думаю, может быть, запомните, что если лицемеришь, то что такое лицемеришь? Нет у тебя никакой веры, а просто подходишь. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вы подумайте, скажите вот сейчас современным людям, что они пришли, все точно совершено, все крестили, все как положено, и вдруг сказать, а Дух Святой крестить не будет. Почему? У вас веры нет. Веры нет у вас. И очень жалко, что мы не говорим об этом. Нужно говорить, потому что все таинства мы должны предупредить, имеют обратное действие. Вы что, думаете только о причастии, когда писал апостол Павел? Это сказано. Все таинства имеют обратное действие, потому что здесь мы соприкасаемся не с человеческим чем-то, а с самим Богом. И там, где нет веры и благоговения, нет сокрушения о грехах и обещания жить, там это действие, вот видите, против нас тогда направляется. Вот это очень важно, друзья мои, знать, когда мы касаемся вопроса таинств. Вот это то, что я хотел сказать в отношении магического типа религии. Следующий тип, на который надо обратить внимание, это юридический или законнический. Как здесь рассматривается человек, спасение человека, получение человеком каких-то определенных благ. Этот тип точно так же, как и магический, видит суть религиозности и исполнения религиозных действий и обрядов не в том, чтобы изменить душу человека, а знаете в чем? А в том, чтобы снять с него вину, оправдать его. Вспомните язычество. Приносили жертвы. Жертвы приносили. Почему? Кому? С тем, чтобы успокоить, умилостивить гнев божества, который давлеет над человеком за его грехи. Гнев божества, чтобы добиться оправдания. Снятие вины или же добиться милостей каких-то для успеха в определенных делах. Этот тип законнический характеризуется рассмотрением религии таким, когда религию всю сводит к ритуалу. К ритуалу. Надо совершить ритуал, совершить божественную литургию. И тут носится, фотографирует со всех сторон,
Да, молиться абсолютно невозможно, гремит хор, ходят туда, бегают, все. Что? Ну, завершается литургия от начала до конца. Совершенно тут не важно, что внимание не обращается на то, что молится, есть ли атмосфера для молитвы или нет. А какая молитва, когда все носятся? Когда эти в алтарь приходят, наставляют свои пушки чуть ли не в чашу. Когда мне в лицо смотрят, я должен обращаться к Богу, а мне вот они с своей камерой. Интересно. Посмотрите, как перед фотоаппаратом уже человек физиономии искривляется. Какая молитва? Это что, это способствует молитве разве? Нет, конечно. Кто этого не понимает? Странно, по-моему, все понимают. Вы видите, как можно свести само богослужение к чему? К совершению просто внешних действий. Божественная литургия прошла, всеношная прошла и так далее. Так прошел-то только ритуал, а богослужение-то в чем состоит? Разве в этом? Богослужение состоит в молитве самого человека к Богу. Богослужение совершается только в душе человека, когда он, откликаясь вот на то, что слышит в храме, откликается на то, что говорит: «Господи, помилуй, подай Господи» и так далее. На те замечательные стихиры, каноны. Так откликается душа, он молится. Богослужение только тогда происходит, когда есть молящийся. Нет молящегося – нет богослужения. Происходит одна форма. Вот то богослужение, которое совершается в наших храмах. Это что такое? Это удивительное, я бы сказал, замечательное просто создание церкви. Какого рода? Создается атмосфера, наилучшая для молитвы. Сами песнопения, опять-таки, чему служить должны? Помощь в молитве, сами тексты. Все должно настраивать на что? На богослужение, совершаемое человеком в душе. Еще раз повторяю, не будет молитвы, богослужения нет. Нет. Можно превратить богослужение в мероприятие. И вы знаете, что это такое. Я думаю, у каждого из нас есть опыт, когда проводится мероприятие под обстрелом. Видео, кино, фото и так далее. Этих носящихся, этих корреспондентов и так далее. Все. Невозможно. Не знаю, кто там может. Дай Бог, если кто вздохнет хотя бы раз к Богу. Трудно. Очень трудно. То есть создается атмосфера прямо противоположная тому, ради чего устроен храм Божий. И нет никаких сомнений. Если бы пришел Христос вдруг в этот момент, я думаю, досталось бы всем. Ух, как бы досталось! Ой-ой-ой, что было бы! Не дай Бог, чтобы он пришел сейчас в наш какой-нибудь храм, когда идет вот такое какое-нибудь торжество. Да его бы тут же бы схватили, заковали и в сумасшедший дом бы посадили. Как человека, который мешает чему? Конечно, сказали бы, богослужение. Какому только Богу? Вот в чем, это же надо понимать. Я почему это вам говорю, друзья, специально говорю. Не дай Бог, если вы станете священниками и позволите эти вещи. Хочется сфотографироваться? После богослужения сфотографируйтесь. Сколько вам угодно. И с кем угодно. Но нельзя, Господь запретил. Хочешь помолиться? Затворись. И втайне помолись, а не тут на весь мир посмотрите, как я молюсь. Потому что богослужение что такое? Значит, молитва. И вдруг я позволяю, посмотрите, как я молюсь. Это изумительно просто. Я понимаю, что, может быть, я говорю вещи не очень приятные, но мне кажется, я не хочу никого осуждать.
Никого не хочу, а просто эта зараза зашла к нам. Я другого слова не нахожу. Зашла уже. И подчас уже люди по инерции уже это делают. Думают, что это само собой разумеющееся. Без этого как же нельзя? Нет. Это болезнь. Болезнь, которая уже разрушает храм, разрушает богослужение. Людям не дает молиться, когда эти непрерывные вспышки и носящиеся люди. Какая тут молитва? Храм – место, то место, где должны быть созданы оптимальные условия для умиротворения, спокойствия, сосредоточенности и, еще раз повторяю, молитвы. Все, что мешает, должно быть изгнано из храма. Все должно быть изгнано из храма. При законническом взгляде на богослужение – нет, конечно. Конечно. Там главное – провести мероприятие под названием богослужения. Не знаю, какая – божественная, не божественная. Все божественное. Там важно провести от А до Я. И все. И потом быть уверенным, что я совершил богослужение. Нет. Без молитвы нет его. И нечего себя обманывать, что будто бы я под обстрелом этим могу будто бы молиться. Ну что вы, каждому же это понятно. Это к этому вот законническому отношению очень легко прилепиться. Очень многие люди, которые не знают христианства, видят всю суть этого христианства в чем? В том, чтобы заказать обедню, подать поминание, отслужить молебен, сделать панихиду и так далее, осветить то-то, осветить это, и все. Забыли совсем, что это Богу ничего не нужно. И какому Богу вы все это совершаете? Это все имеет значение и силу лишь постольку, поскольку это сопрягается с молитвой человека. Приглашают осветить дом. Да. А сами, не знаю, священник обязан сказать, вы хотите, чтобы дом получил благословение? Вы хотите, вы верите? Вы пригласили что? Вы верите в Бога, да? Если верите и хотите, чтобы благословение было дома, давайте вместе молиться. Вместе давайте молиться. Молитва моя без вас – будет ничтожный, потому что ваш дом, ваша молитва необходима. И не думайте, что если вы не будете молиться, вы что-то получите. Вы идете венчаться? Учтите, если вы не будете молиться, если вы не дадите Богу обещаний доброй совести и верности, ничего не будет. И не думайте, что ваш брак будет устойчив. Ничего подобного. Как это важно, друзья мои, говорить об этом. Потому что люди, еще раз вам говорю, подходят чисто внешне сделать это, сделать, а сами неизвестно, где бродят. Сами не молятся, не участвуют, не обращаются к Богу, не просят помощи Божией. И тогда все это превращается в лучшем случае в пустоту. Пустоту. Венчане – красивые пустота, и все. Но вспомоществующей благодати Божией люди могут не получить, если их душа не участвует в этом. А вот законническое понимание, оно в том и состоит, чтобы сделать, вы слышите, сделать, сделать. Правда, здесь уже сделать не что-нибудь, это же не колдуны, а священники. И не какие-нибудь тайные молитвы, а открытые. А в чем разница? Скажите, если мы не молимся, если мы не обращаемся к Богу, в чем разница? Еще один момент, связанный с этим, в чем состоит, что часто человек, совершающий все то, что положено в церкви, ну, ходит в храм, присутствует за богослужением, исполняет церковные постановления,
ну, в частности, там, посты, например, и так далее. Читает молитвы, ну, все, что у него, так? Если он, я говорю, читает молитву, слышите, я не сказал, что молится. Так? И если он при этом не понуждается к исполнению заповедей и не молится, то происходит нечто очень печальное. Он начинает все больше видеть свою праведность, видеть себя праведником и, в конце концов, уподобляется тому фарисею, о котором Господь сказал в притче. «Благодарю Тебя, Боже!» И, как пишет преподобный Андрей Крицкий, и прочие безумные глаголы. Кажется, благодарю. Прекрасные же глаголы. Прекрасные и прочие безумные глаголы. Поэтому приходится тут постоянно напоминать эти великолепные слова святителя Феофана. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы». Вот до этой дикой праведности может дойти человек, исполняя все внешнее, что есть в церкви, и не каясь внутри своей души о грехах, не понуждая себя к исполнению заповедей, не молясь. Это внешнее христианство. Вот что такое, если хотите, юридический или законнический тип религии. Вот поэтому к этому типу, конечно, принадлежит вот иудаизм. Вы помните, Христа кто распял? Носители этой религии. Уже тогда иудаизм уже, вот он, зародился, начался. Когда все исполнение внешних всего церемониала. Католицизм, увы, пошел по этому пути, к великому сожалению. Как хорошо сказал Хомяков, что там это что такое? Кредит и дебет. Я тебе, Господи, ты мне. Идея, страшная идея о заслугах. Оказывается, если я что-то сделал, помог кому-то бедным, помог что-то храму, так, что-то посетил больных и так далее, а уж тем более, если пошел в монашество, то все, у меня сверхзаслуги, за которые Бог мне должен заплатить. У меня заслуги там. Подумайте, какая страшная мысль, разрушительная для души человеческой. Поэтому мы видим у великих католических святых, которые шли в монастырь, с чем они шли? Ну, вспомните хотя бы вот последнюю Терезу маленькую. «Я пришла в монастырь, чтобы молиться за весь мир и особенно за священников. За себя уже молиться не нужно. Вы знаете, я уже что сделал? У меня уже какие заслуги? Вы слышите, на что обращено внимание?» И вот эта, кстати, идея молиться за весь мир, она, смотрю, очень легко проникает и к нам. Уже монашество рассматривается как молитвенники за весь мир. Монашество в целом. Забыли, кто молится за весь мир. Мы, не вступив на первый этаж, уже мыслим себя на 101-м. Да какая моя молитва будет о всех, когда я себя весь в грязи? Как же я могу кого очистить? Как я могу кому помочь, когда я весь в параличе лежу, пальцем не могу двигнуть, а я хочу другому помочь? Как я могу спасти другого тонущего, когда сам захлебываюсь? Спасись, выйди на берег и подай тогда другому руку помощи. А тут сразу же я спасаю всех. Уже за всех я молюсь. Вы видите, я молюсь за всех. Вы слышите, насколько я выше? Вот беда. Уже сама установка. Вы видите, какая порочная установка. Да, ты можешь молиться за всех только в той мере, точнее, молитвы в той мере будут действенны за других, в какой мере ты сам будешь очищаться. Нет в христианстве такого понятия, как эгоистического спасения себя.
как уже раздаются уже очень много, он спасает сам себя. В наше время нечего говорить о самоспасении. Никто не может этим думать только о спасении себя, не понимает простой вещи, какой, что только по мере собственного исцеления я могу помочь другим людям. Пока я пластом, еще раз говорю, лежу и не могу пальцем двинуть, кому я могу помочь? Вот этого не понимают. Вот этого никак не понимают. И поэтому мы все охвачены порывом всех спасать, занимаемся миссионерством. Я пью, курю, ругаюсь матом, все, я православный миссионер. Сейчас я всех просвещу. Это ж скажите, это что за насмешка такая? О, Боже мой! Вы слышите? Это, кажется, звучит карикатурно. Это прекрасный образ того заблуждения великого, когда мы думаем спасать других, а себе не важно. Не важно. Ай-яй-яй. Вот это глубокая ошибка, проистекающая опять из чего? Вот из этого законнического взгляда на религию, из этого внешнего понимания религии. Католицизм, о котором Самарин хорошо сказал, это иудаизм в христианстве. Протестантизм, законнорожденное чадо католицизма, такой же иудаизм в христианстве, как и католицизм. Все внешнее, к сожалению. Самое большее внешняя мораль, а от духовных страстей, о духовных, и речи-то нет. И даже забывают, не знают законов духовной жизни. Значит, самая главная опасность какова здесь? Что совершают эти все внешние какие-то действия, участвуя во всех внешних церковных церемониях, даже с крестным ходом можно ходить даже. Самое важное, по-моему. Да. Участвуя во всех и литургиях, и богослужениях, помогая другим, и я не знаю, чего только не делая. Так? Постепенно возрастать в чем? В том, что отцы назвали самым страшным, назвали великолепным славянским словом «дмение», «гордыня». Страшная беда. Вот эта опасная вещь, вот это законническое понимание религии. Она приводит к гордыне. Говорю вам о критерии истинности. Он великолепно выражен преподобным Петром Дамаскиным. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Но этот признак, это появляется у человека только тогда, когда он действительно примет искреннее решение жить по заповедям Христовым. Не общечеловеческим моральным ценностям, а по заповедям Христовым. А заповеди Христовы касаются не только поступков внешних, а касаются моих мыслей, желаний, чувств, намерений, целей. То, чего никто не видит. Один я вижу в себе. Если я их не буду согласовывать с Евангелием, тогда грош цена всему моему христианству. Никакого проку не будет. Тогда я воспитаюсь как фарисей, законник, которые осуждены Христом в Евангелии. Совершенно однозначно. Вот так. Следующий тип предопределения. Чем характеризуется он? Ну, вы знаете, что это такое, если вспомните хотя бы идею богоизбранничества в иудействе, богоизбранничества в кальвинизме. Если хотите, это, может быть, отчасти касается ислама, очень возможно. Идея-то какая? То, в конце концов, Бог знает своих людей. Он уже видит, кому что. Он, если хотите, предопределил уже человека.
Кальвин очень жестко говорил: «Да, Бог одних определил к спасению, других – погибели. И не спрашивайте, почему так. Он знает». Все. Точка. Он так хочет. Этим учением отрицается, во-первых, Бог – любовь. Любовь божественная, что Он есть любовь. Во-вторых, отрицается и другое. Отрицается видение человека как образа Божия, обладающего свободой. И в конце концов отрицается то, что спасение возможно только на пути свободного обращения человека к Богу. Свободного. Ни о каком предопределении речь даже не может идти. Здесь все, здесь никакой нет свободы. Здесь вот тот рок или судьба, о которой мы с вами говорили. Нет, отрицает христианство это. Нет предопределения. Человек – это божество. Помните, как у Державина в оде «Бог»? «Я царь, я раб, я Бог, я червь». Да, и то, и другое. Спасение возможно только на пути ответной любви к Богу, на пути свободного отношения человека к Богу. Вот, оказывается, каким образом. Ни о каком предопределении речь даже и идти не может. Поэтому там, где мы находим это учение, там мы сразу можем сказать: здесь религия ложная. Ложное, она подрывает устои под человеческой свободой, под человеческой личностью. И еще одно – это тип самоспасения. Эта идея самоспасения, она хорошо была выражена Пелагием еще, как вы помните из истории церкви, который утверждал, что спасение – человек может совершить сам, никакого Христа не надо, если хотите, он не нужен, никакой помощи, по крайней мере, божественной, не нужно, ибо помощь уже бы означала какое-то нарушение свободы человека. Вот. Вы помните, что это было осуждено. Вот. Идея самоспасения, она особенно развита в буддизме, в веданте, в этих индуистских системах. Эта идея, я вам скажу, очень-очень страшная. Вот. Эта идея, в конце концов, приводит к чему? К отрицанию бытия Бога, как ограничивающего будто бы человека. Поэтому Будда не случайно говорил: «Не проси ничего умолчания, ибо оно не может ни говорить, ни слышать». Один из очень авторитетных учителей Веданты писал так: «Наша индивидуальность угасает по мере роста нашей религиозности». О чем он сказал? Ух, какую истину-то он сказал, свою истину. Оказывается, вот эта вот идея самоспасения к чему приводит? К уничтожению личности, к уничтожению нашей индивидуальности. Вы слышите? Наша индивидуальность угасает по мере роста нашей религиозности. Да, конечно, когда мы становимся на почву, что «я сам», «я все», то тогда действительно наступает беда. Будда вот, например, как говорил о себе: «Не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе». И дальше прибавлял: «Сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя». Вот четко выражена вот эта идея самоспасения.
а о себе говорит следующее. «Я всезнающ, у меня нет учителя, никто не равен мне». О, ух, как здорово! «У меня нет учителя», и вдруг прыжок. «Никто не равен мне. В мире людей и богов никакое существо не похоже на меня. Я священный в этом мире, я учитель, я один, абсолютный сам, Будда. Я добился покоя, угасив страсти, и получил нирвану». Вот эта идея самоспасения, она в конце концов с наибольшей яркостью выражает вот то древнее искушение, которое мы читаем уже в книге «Бытия» в самом начале. «Будете как боги». Так говорил змей. Здесь говорит также откровенно. То же самое мы видим в йоге, например. Это самое, ну, в самой авторитетной индуистской системе – Веданте. Если хотите, я вам вот прочту здесь. В одном из индуистских гимнов, который называется «Песнь Саньясина», следующий призыв, возглас от лица человека. «Нет более рождения ни я, ни ты, ни смертного, ни Бога. Я стану всем, все станет я и неомраченным блаженством». Особенно широко проповедовал вот эту идею самоспасения ученик Рамакришны, этого знаменитого йога. Ученик Рамакришны и последователь Веданты Вивекананда. Он рекомендует вот такую духовную установку своим последователям. Я вам зачитаю ее. Она очень, очень показательна. Напоминание о наших слабостях не поможет. Нам нужно лечение. Лечение же от слабости состоит не в том, чтобы заставлять человека постоянно думать, что он слаб, а в том, чтобы он думал о своей силе. Говорите ему о силе, которая уже есть в нем. Вместо того, чтобы говорить людям, что они грешники, Веданта учит наоборот. Вы чисты и совершенны, и все, что вы называете грехом, не ваше. Никогда не говорите «я не могу». Этого не может быть, так как вы бесконечны, вы можете делать все, вы всемогущи. Лучший человек тот, кто осмеливается о себе говорить: «я знаю о себе все». Слушайте день и ночь, что вы – душа с большой буквы. Повторяйте это себе день и ночь, пока эта мысль не войдет в вашу кровь, не будет звучать при каждом биении вашего сердца. Пусть все ваше тело наполнит эта одна мысль. Какая? Двоеточие. «Я – нерожденные, бессмертные, блаженные, всеведущие, вечно прекрасная душа». Усвойте эту мысль и проникнитесь сознанием своего могущества, величия и славы. Дай Бог, чтобы противоположное суеверие никогда не запало вам в голову. Уже ли ты считаешь себя слабым? Не годится считать себя грешником, слабым. Говорите это миру, говорите себе. Чувствуйте, это он обращается к христианам, чувствуйте себя как Христос, и вы будете Христом. Чувствуйте как Будда, и будете Буддой. Откровенно? Очень откровенно.
очень откровенно. Имейте в виду, это веданта, это самая распространенная система мысли в индуизме, которая имеет наибольшее число последователей. Вы видите, чем живет, каким настроением, каким идеалом, каким мировоззрением. Вивекананда эти вот слова обращал не кому-нибудь, а к христианам. Христианам. Он участвовал в межрелигиозных всемирных конгрессах в Европе, в Америке. И вот эти его страстные такие призывы, они влияли на очень многих людей. Они очень импонируют. Ну что вы? Очень импонирует людям. «Что же еще есть в религии, чему нужно учиться?» – восклицает Вивекананда и отвечает. «Единство Вселенной и вера в себя – вот все, что нужно знать». Веданта говорит, что нет Бога, кроме человека. Вас это может поразить сначала. Он же обращается к христианам. Но мало-помалу вы это поймете. Живой Бог в вас, а вы строите церкви и храмы и верите во всякого рода воображаемую бессмыслицу. Единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело. Замечательно. Есть, наверное, о чем подумать. Не правда ли? Вот что такое, так сказать, идея самоспасения. Если хотите, религия самоспасения. Кстати, система Веданта. Веданта – это считается системой теистической. Теистической, да. В отличие от других систем. Так же, как йога, тоже система теистическая, то есть признающая Бога. Но учтите, все то, что у нас переводится словом «Бог», когда переводят вот эти индуистские тексты, когда особенно переводят вот это «Брахма», они сами говорят, это не то, у вас совсем это другое означает. И верно, совершенно верно. Учтите, что там Бог – это некая ступень развития души. Видите, он же говорит, я нерожденная душа. Если мы говорим, душа рождается, рождается человек, человек рожденный, то там нерожденная душа. Так что боги, боги – это определенные ступени развития души, нерожденные, которые когда-то падают через прегрешение и когда-то встают и совершенствуются путем буквально только чисто нравственного очищения. Кстати, учтите, в Веданте настоящие подвижники. В Веданте высочайшая нравственность. Вы слышите? В буддизме вы же проходили. Вы же знаете, что такое восьмеричный путь спасения в буддизме? Уж я думаю, что знаете. Ох, какая нравственность! Что вы? Эта нравственность вполне сопоставима с христианской. Обращаю ваше внимание, вот только здесь мы ярко увидим, что, оказывается, нравственность и духовность – это разные вещи. Нравственность может быть безукоризненной, духовность может быть сатанинской. При безупречной нравственности абсолютно. Вот религии самоспасения великолепно это показывают. До чего доходит? Вы видите? До каких утверждений? Я – он. Я – все. Будете как боги. Ну, последняя религия синергии, о чем я хотел сказать. Собственно, это фактически это христианство. Лучше сказать – православие. Уже сейчас говорить христианство,
знаете, уже этот термин приобрел очень неопределенный характер. Я говорю о православии. Православие утверждает действительную свободу человеческой личности. Православие только утверждает, что спасение – да, в человеческих руках – да, но как? Оказывается, от духовного состояния человека зависит ничто иное, как его соединение с Богом. Это духовное состояние определяет человек в себе. Что это такое за духовное состояние? Оказывается, там самое главное, о чем говорит православие. Критерием правильного духовного состояния является все большее видение поврежденности своей природы, видение греховности своей. Третье – видение неспособности только своими силами искоренить какую-либо страсть. Это надо видеть как факт. Как факт. И нечего себе сочинять, что я Бог, я нерожденная душа. Я не могу победить правильный дух. Вот критерии правильной духовной жизни. Так вот, это зависит от человека. Будет ли он себя понуждать к правильной христианской жизни в мыслях, внутри себя, не просто только внешне, а внутри. Если он будет себя к этому понуждать, то перед ним начинает открываться его собственная душа. И он увидит, что она из себя представляет. Через это он смиряется, обращается к Богу и видит, что Бог не свысока им говорит, ну, так и быть, помогу тебе. Нет. А человек убеждается, что Бог-то наш, Бог, Он, есть величайшее смирение, которого просит, и Он сам только стучит, готов помочь тебе. Он есть смирение и любовь. И человек видит, вот оно, где благо. Благо в единении с Богом.